В Кустанае арестованы 5 человек по подозрению в хищении средств, выделенных на развитие агропромышленного комплекса. Преступная группа с 2022 года путем сделок по продаже поддельного мяса похитила бюджетные средства на сумму более 1,5 миллиарда тенге. Сейчас расследование этого дела продолжается. Организованную группу возглавил директор крупного мясоперерабатывающего предприятия. В его состав вошли сотрудники этого учреждения, главы ферм, ветеринарные врачи и должностные лица. На сегодняшний день выявлено более 50 крестьянских хозяйств, причастных к преступной деятельности. Установлено, что преступники имеют на банковских ячейках счета в иностранной и национальной валюте на общую сумму более 3 миллионов долларов США. В ходе предварительного следствия руководители хозяйства признали вину и добровольно вернули в доход государства более 62 миллионов тенге. В процессе расследования были арестованы 5 активных членов организованной преступной группы.